Дональд Трамп собирается вывести всех сторонников на митинг протеста против официальных итогов голосования. Митинг пройдет в Вашингтоне 6 января, когда обе палаты Конгресса официально утвердят итоги президентской гонки. Трамп добавил, что он собирается предоставить огромное количество доказательств фальсификации в ходе голосования. Между тем, Джо Байден 31 декабря с супругой поздравил американцев с Новым годом в эфире телеканала ABC. Вот только эффектно завершить речь выстрелом из хлопушки у читы не получилось. Инаугурация нового президента назначена на 20 января. Ожидается, что из-за пандемии большая ее часть пройдет в виртуальном формате.